Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Карадима Татьяна, я художник и член жюри Golden Time. С удовольствием ознакомилась в очередной раз с вашими работами, различные возрастные категории, различные техники. И хочу, прежде чем назвать оценки участников, хочу сказать, что человек вдохновляется, раскрывается духовно, может передавать свои чувства благодаря искусству. На этот раз к моему вниманию было предоставлено немалое количество работ в стиле абстракционизм. Хаотичные пятна и линии передают настроение. Цветовая гамма многообразна в ваших работах, что действительно очень заинтересовало. Также, как я уже сказала, возрастные категории от участников от 6 лет до 50 и выше. Одним словом, изображаем чувство цвета. Практически все работы достойны внимания. Очаровательные пейзажи, животные, портреты людей, абстракция и так далее. Ваши работы побуждают эмоции, заставляют грустить или радоваться. Искусство развивает в человеке духовные, эстетические и нравственные чувства. Хочу отметить имена участников конкурса, работы которых я оценила максимально, то есть в 9-10 баллов. Работа, которая меня покорила более всего, это работа Поваляевой Виктории. Участница предоставила к вниманию две работы, одна из которых была мной оценена в 10 баллов, это морской пейзаж, и горный пейзаж в 9 баллов. Также имена участников, работы которых я оценила максимально. Стиемина Ангелина, 9 баллов. Контраст добра и зла, уникальная работа. Алина Блинова, 4 работы. Две работы я оценила в 9 баллов. Спокойная голубая гамма. Также розовый цветок, интересная техника, своеобразность исполнения. Павел Еремин, работа 9 баллов. Лилия Лобода, 9 баллов. Дарья Макаровская, Полина Пискунова, 9 баллов. Елена Жакова, 9 баллов. Лукина Мария, 9 баллов. Татьяна Пашидаева, 9 баллов, натюрморт. Татьяна предоставила к моему вниманию 3 работы. 10 баллов, как я уже сказала. Анна Корсун, 9 баллов. Ханна Хребьяневич, 10 баллов. Джульяна Приск, 2 работы, одна из которых оценена мной максимально в 10 баллов и 9 баллов. Белова Анастасия, 3 работы, 10 баллов и 9 баллов. Юлия Белосла, 9 баллов. Абрамова Светлана, 9 баллов. Вечерний город, уникальная работа. Шевцова Галина, натюрморт, 9 баллов. И Наталья Солонцова, 2 работы, мною оценены в 9 баллов. Поздравляю всех участников конкурса в вашем участии, в уникальной возможности, которую вы дарите всем участвовать в этом конкурсе. До новых встреч и привет из солнечной Греции. До свидания.